Начиная с декабря ульяновские школьники отправляли свои работы на конкурс «Герои СВО». 10 лучших рисунков сейчас представлены на выставке в Доме Советов, которая будет работать в течение недели. Мы отобрали 45 рисунков. У нас члены жюри, уважаемые, да, в городе Ульяновске, оценили. И номинанты были избраны 3 лучших рисунка и 7 дополнительных, которые, в принципе, тоже решили поощрить, потому что они действительно красивые рисунки, сделаны от души. Юных патриотов торжественно наградили. Первое место заняла Анастасия Овчинникова, ученица Ульяновской средней школы номер 72. У ее рисунка особая история. Как-то раз по телевизору она увидела сюжет о подвиге нашего солдата, который уничтожил 8 танков. Эта история не оставила девочку равнодушной. Для меня победа была неожиданной и очень приятной, наверное. Вдохновилась я подвигом Алёши на спецоперации, и мне он понравился, поэтому я взяла идею основную, этому подвигу отделила. В качестве подарка Анастасия отправится в Москву, где посетит Совет Федерации, а изображения героев и их подвигов, созданные с любовью детскими руками, отправит нашим военнослужащим в ближайшим гуманитарным грузом. Юлия Руднева, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.